Здравствуйте, это программа «Финграмота», и сегодня мы поговорим о микрофинансировании. Эксперты разделяют этот рынок на три сегмента. Займы для бизнеса, потребительские займы, например, на покупку бытовой техники, и, наконец, займы до зарплаты. Они выдаются, как правило, на личные нужды и на очень короткий срок. Оформление быстрое, требования к заемщику небольшие, но при получении такого займа нужно обратить внимание на очень высокую процентную ставку. Безусловно, в микрофинансовых организациях проценты намного выше. Сегодня они достигают 600, иногда даже 1000%. И, очевидно, такие займы я бы не брал, потому что их невозможно, на мой взгляд, обслуживать. Хотя они даются, как правило, не на большой срок. И за неделю, там, если ты взял на неделю займ, много процентов может не набежать. Но все-таки это опасная вещь. Если один раз палец засунешь, то можешь остаться без руки, а то и без всего тела. Можешь стать должником большим. Что должно быть обязательно прописано в договоре микрозайма, да, и вот что нужно обязательно потребовать, посмотреть, изучить? Самое главное в договоре в правом верхнем углу, в рамочке, должна быть указана полная стоимость кредита, полная стоимость этого займа. Она в себя включает не только проценты, но и комиссионные. Если страховка предусмотрена, то значит и страховку. И полная стоимость займа как раз и иногда достигает 1000% годовых. Естественно, график погашения платежей и те суммы, которые вы должны будете платить в соответствии с этим графиком. Сравните ее со своей заработной платой, со своими доходами по сложившейся уже многолетней практике. Если ваши платежи по займу превышают более чем 50% от вашего семейного дохода, то лучше не брать такой займ, потому что однозначно могут возникнуть проблемы. А нельзя ли на каком-то законодательном, директивном уровне вот взять и обозначить максимальная процентная ставка в микрофинансовой организации, любой, столько-то, то есть не 600, не 1000% в год, а вот столько-то? Или это нарушает какие-то рыночные законы? Ну, я автор закона о потребительском кредите, который как раз предусматривает, что Центральный банк должен определять среднюю стоимость кредита либо займа, который представляет микрофинансовая организация, и отклонение от этой средней стоимости не должно быть больше, чем на 1/3. Ну, условно, если средняя на рынке 100 рублей стоимость кредита, то нельзя выдавать кредиты либо займы больше, чем по 133%. Но сейчас уже есть предложения более жесткие, которые требуют более жесткого ограничения верхнего потолка процентов и по займам, и по кредитам. Сейчас мы будем рассматривать, и, возможно, такие жесткие ограничения в 2016 году будут приняты. Эксперты советуют работать только с легальными микрофинансовыми компаниями. Их перечень можно найти на сайте Центробанка России. Соответственно, и деятельность их контролируется ЦБ. Микрофинансовые организации должны находиться в реестре Центрального банка. И сейчас таких около 3700. Естественно, информация о том, кто включен в этот реестр, есть на сайте Центрального банка. Ну и микрофинансовая организация должна от Центрального банка получить документ, подтверждающий, что она включена в соответствующий реестр. У банков все-таки есть какие-то, наверное, более жесткие требования, да, и мы постоянно слышим, что какой-то банк отзывает лицензию, Центробанк у него, да, и какая-то отчетность кажется у них более строгая перед Центробанком. У микрофинансовых организаций тоже строгая отчетность или все-таки у них немножко попроще? Микрофинансовые организации регулируются Центральным банком, естественно, ЦБ следит за тем, как эти организации соблюдают законодательство, инструкции ЦБ, но все-таки требования намного проще. Как мы уже отметили выше, некоторые микрофинансовые компании не работают с людьми, их клиенты – предприниматели. Часть таких организаций создана государством для поддержки малого и среднего бизнеса. То есть эти компании тоже считаются микрофинансовыми, но ставка там не под 1000% годовых, а напротив, даже ниже, чем у некоторых банков. Например, в Чувашии это агентство по поддержке малого бизнеса. Оно создано Министерством экономического развития республики. Некоммерческая организация работает, чтобы сделать займы для предпринимателей доступнее.
Приоритет, а значит самые низкие ставки для сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности. Например, для производственников ставка по займу сроком до года 11%. А ПМБ работает в Чувашии с июня 2009 года. За это время займ там получили 2700 предпринимателей Чувашии. Существуют и другие институты поддержки бизнеса, которые также занимаются микрофинансированием. Есть, опять же, МСП-банк, который имеет специальную программу поддержки микрофинансирования. И там действительно льготные проценты, но они там не превышают в конечном итоге 20%. Сегодня максимальная сумма микрозайма – это 1 000 000 рублей. И многие предприниматели, вот обращаясь даже в институты поддержки, говорят о том, что 1 000 000 – это уже мало для развития. А, насколько я знаю, цифра все-таки будет увеличиваться, так? Сейчас, да, 1 000 000 рублей, причем это и для физических лиц, и для предпринимателей, и для юридических лиц. Но мы в конце 2015 года приняли закон, в соответствии с которым микрозаймы, выдаваемые юридическим лицам, могут быть увеличены до 3 000 000 рублей. То есть верхнюю планку микрозайма для бизнеса увеличили, а для простых людей нет. Логика ясна. Нередко население обращается за займами до зарплаты. Как мы уже выяснили, ставка по ним заоблачная. А если увеличить и максимальную сумму займа, то может оказаться, что люди будут просто не в состоянии расплатиться с долгами. Это была программа «Финграмота». Наши предыдущие выпуски вы сможете найти на сайте www.chktrk.ru в разделе «Проекты на России-24». Будьте финансово грамотными. До скорой встречи в эфире.